Сегодня мы с вами сделаем миленький весенний конвертик с тюльпанами. Для работы нам понадобится квадрат, вырезанный из любой бумаги, клей-карандаш, линейка, простой карандаш, ножницы, цветная бумага, зеленая и розовая, акварельные краски, кисть и непроливаечка. Ну и, конечно, хорошее настроение. Начнем делать конверт. Наш конверт готов, и мы начнем делать тюльпаны. Берем лист зеленой бумаги, складываем его. И рисуем листочки. И еще один рядом. Начинаем вырезать. Вот у нас получилось 4 листочка. И еще 4. Берем лист розовой бумаги. Тоже складываем пополам. И еще. Выравниваем. И еще. И рисуем тюльпан. Тюльпан у нас будет выглядеть как капелька. Вот у нас лепесточки готовы. Сейчас нам нужно будет тюльпан согнуть пополам. Вот так. А теперь начнем сборку наших тюльпанов. Берем клей и приклеиваем листочки. Thank you.
наши тюльпаны. Вот как ярко у нас получается. А теперь добавим свет и тень. И на листочки, и на тюльпанчики. И тюльпанчики оранжевые. Вот такой вот милый конвертик у нас получился.